Лена, доброе утро. Доброе утро, Наталья. Ну, предлагаю, прежде чем начать разговор о зеленом чае, его все-таки заварить, потому что как иначе? Попрошу совета сразу, как правильно заваривать зеленый чай. Есть же тонкости? Абсолютно верно. Для зеленого чая тонкости есть. Ну, во-первых, вода должна быть кипяченая. И, наверное, здесь очень важный момент. Не надо наливать воду из-под крана в чайник. Все-таки это лучше, чтобы была фильтрованная вода. То есть вода, которая продается, например, уже в бутылках в магазинах. Она более мягкая. И для зеленого чая нужна именно мягкая вода, не жесткая вода. Это будет лучше открывать его вкус. И самое главное, сохранять все его полезные свойства. Конечно, у нас здесь с вами такой стеклянный чайник. Лучше это делать в глиняных, керамических, либо глиняные чайники, как, в общем-то, его заваривают все китайцы. Абсолютно верно.